Йоу! Вау! А, и еще вот так. Ну вот и все. На чем я так резво-то? А есть такой автомобиль? Обалденный автомобиль. Это ничего, что ветер задувает, это же кабриолет. Так что за машинка-то? Ну, ребята, слюночки ваши вытирайте. Машина Toyota MRS. Автомобиль, пришедший на смену Toyota, между прочим, MR2. Помните, да? Легендарная машина, базара нет. Почему? Потому что среднемоторное расположение. Двигатель 1.8, 150 лошадиных сил, вес-то 960 килограмм. Настоящая рейсинговая машина, у которой даже бошку снесло от удовольствия. Ну потому что это кабриолет. И как этот кабриолет ездит? Да ё-моё, блин, а! Море, да нет, вагон удовольствия. Вагон удовольствия стал возможен благодаря кому? А благодаря фирме Japan Car, что на Металлургов 12 нам говорили и обещали. И обещание свое они выполнили. И вот в итоге есть в городе машина, с которой хотят люди сфотографироваться. Никаких турбин, ничего не надо. А что можно? А можно дрифтовать бесконечно. А можно балдеть, ну разумеется, только вдвоем. Потому что эта машина не рассчитана ни на кого, кроме вас. Понимаешь, подружки? Конечно, механка. А как еще должен быть оборудован спортивный автомобиль? Только механочка, любимая моя. Ну что, еще прокатимся? Давай, прокатимся. Сейчас мы подготовимся. Выйдем из щебеночки. Так, ну что, заезд на 400 метров, да? Так, вон, 1.8. Держится где-то. Все, да? А, чудо дрифта! А, скорость! О, я! Захотели? Я тоже захотел. Ну, я-то имею возможность ездить и сравнивать. Ну давайте скорость немножко сбавим, а то ветер в голове, ну просто абзац. Так, как машина упакована? Ну, airbag у водителя есть, а про пассажира, да, зачем он? Уж трескается на глушняк. Ну лучше не бить, конечно, машина хорошая. Итак, машина 2001 года. Так, держитесь за пробег. Пробег 16 тысяч километров. И, разумеется, у вас есть свобода выбора. Вы, конечно, можете, ну, пытаться, напрягаться, покупать новые автомобили. Но даже новые автомобили, они дешево не стоят. Ну, нет у нас хороших автомобилей. Ну, дешевле там 15-25 тысяч долларов. Все остальное, да, неплохое, но это не Toyota. А до MR2, извините, вообще далеко. Здесь же, ну, за такую сумму, 400 с небольшим тысяч, автомобиль в идеальном состоянии. И, конечно же, вы опять же можете выбрать. Автослоп показывает и доступных японцев, и эксклюзивных. Эксклюзивные японцы у нас сейчас от Japan Car. А вы думаете, что японцы не умеют дрифтовать? Ню-ню! А Mazda RX и мелкий для двух есть, естественно. Причем RX рвет и Европу, и Америку, а Mitsubishi 3000 для Америки и мелкий для Японии. Хотя и в Америку он поставляется, ну, Subaru, естественно, в RX STI, Nissan, GTR и другие, а Toyota, Suarez 4 литра и MRS, и Celica. Нет, Япония умеет и дрифтануть, и оторваться по полной. И это просто космос какой-то, крутой, навороченный космос. Конечно, они пердосят с таможкой, но по сути можно себе небольшое двигло, а воткнуть туда ум отъешь, постольку-поскольку за двиглом у нас не смотрят.